В Великобританию прибыли 14 несовершеннолетних детей-мигрантов из Франции. Их привезли из стихийного лагеря беженцев в Кале, известного как «Джунгли». Подростки смогли воссоединиться с родственниками, уже живущими в Британии. Я так рад, так счастлив. Для меня это прекрасный день, ведь мы не виделись 11 лет. Когда я говорил с ним, он был в Иране. Он плакал, у меня сердце разрывалось. Мне так хотелось быть рядом с ними, чтобы помочь. И вот сегодня он здесь, в этом здании, и для меня это замечательный день. Правительство Великобритании начало выполнять обязательство принять из Кале несовершеннолетних мигрантов, которые оказались без сопровождения. Это предстоит сделать до того, как лагерь будет ликвидирован. Предполагается, что французские власти снесут его уже через неделю. Сейчас в джунглях проживает около 10 тысяч беженцев из Африки и из Ближнего Востока. Покинуть родные места их вынудили войны и бедность. По данным Международного комитета Красного Креста, среди этих беженцев находится примерно 1000 беспризорных детей и подростков-мигрантов. У 178 из них есть родственники в Великобритании. Точное число детей-мигрантов, которых примет Соединенное Королевство, пока неизвестно. Однако правительство рассматривает возможность принять несовершеннолетних, несопровождаемых беженцев, даже если у них нет родственников в Великобритании.